Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале в гостях у Елены. Артём. Сегодня у нас для вас есть обзор. И, как всегда, будет проводить его Артём. Итак, вот такой у нас набор детский. Заказали мы его на Валберес. От фирмы Dim Dom Kids. Это детский набор. Стол, стульчик. Подарок выбирали. Да, вот он упакован прям так мощно. Хорошо упакован. Главное дело, иногда вот получаешь что-то, коробки все рваные, мятые, нам повезло, как я уже говорила вам не раз. Это приклеили, чтобы не мотался туда-сюда, да? Да, не болтал. Ой, какая хорошая коробочка. Она нам еще пригодится. Это для ножек, наверное, да? Хоп, убираем коробку. Покажу, что присутствует вот здесь. Комплект, да. Это вот сиденье. Сиденье, штучка. Инструкция, ножки. Ну, фурнитура и сам стол. Угу. Сейчас покажем вам, из какого качества сделаем. Да, соберем и покажем, расскажем. Итак, вот мы открыли вот такой комплектации. Хочу отметить, что очень хорошо упакован сам товар. Помимо того, что он упакован, он еще в коробке закреплен, чтобы не болталось. Вот. Ну, здесь, значит, столик, крепежи для ножек, ножки, ну и стульчик. Стульчик. Крепежи уже сделаны, только осталось вкрутить. Ножки. Сам материал велюр, очень мягкий, легко чистится. Ой, такой хороший, нежный. Вот, стволик, давайте я сейчас померю его. Угу. И давай потом соберу. Да, соберешь и потом и померишь. Да. Ножки вкрутились. Что мне понравилось, здесь уже все крепежи намечены. То есть не надо заморачиваться. Материал столика МДФ. Ножки из сосны. Массив сосны. Вот. МДФ, чем он... Много таких видел столиков у других фирм. На тех же маркетплейсах, на том же Валберсе и Озоне. Материал столешницы ДСП. Или ЛДСП. МДФ... Чем лучше, он не боится влаги. Можно проливать и краски, и воду. Детки, да? Да, ну, естественно, вот, это будет, и стол никак не пострадает от этого. Угу. Вот, ну, сейчас я соберу и уже окончательно вам покажем. Угу. Друзья, вы только посмотрите, какая прелесть. И достаточно высокий столик. Смотрите, какая прелесть. Хорошенький такой. Так, ну что? Итак, столик Dim Dom Kids фирма. Давайте замерим его, чтобы 70 сантиметров с одной стороны и 47 с другой. Высота 55.
Отлично. Стульчик. Ой, какая прелесть, не могу. Лялечка. Стульчик 32. Ну, на 32. Высота 32. Да, 32 на 32. Вот такой столик. Мы его собирали не полностью, ножки не на все крепил, потому что мы его отправлять будем внуку посылкой. Да. И они уже там соберут полностью. Вот, что мне еще, чем этот столик, этот от Dim-Dom Kids. А, у него нет углов. Для детей это важно, чтобы они не ударились, да, не поранились. Не поранились, он да. Круглый, он не боится влаги. Ножки из массива сосны, очень качественно обработаны. Очень. Никаких заусенцев, ничего, никаких сучков. Хорошее дерево. Идеальный вот. Набор. И стульчик из велюра, который, еще раз повторюсь, легко чистится даже губкой. Да, разлил ребенок красочку, раз-раз. Да. Да. Вот такой столик. Прелесть. От Dim-Dom Kids. Еще раз скажу, покупали мы его на маркетплейсе. Нам он очень понравился, и вот хотели поделиться с вами этой покупкой. Да. Арсению комнату сделали, мы уже показывали, он показывал свою комнату, и как раз по цвету, по всему, вот такой выбор пал. От нас подарок. Собирается за 5 минут, ничего сложного. Вот, и в комплекте есть еще вот эти вот мягкие накладки на ножки, чтобы не царапать пол. Да, мы не сделали, потому что мы отправлять будем. Красавный. Буся, ну-ка садись, давай. Давай, садись, показывай, как можно за столиком сидеть. Да, очень хороший столик. Такой вот прям прелесть. Эти ножки так красят ноги. Они такие мощные, массивные и высокие. Прям прелесть. И вы знаете, очень удобно его будет в любое место, да, комнаты. Видите, потому что вот этот овал, он очень поможет. Так, кто там у нас был? Маняшка. Ну-ка, Маняшка, иди ты давай. Давай, зацени столик. А? Она, наверное, замерзла, не желает. Ну что, дорогие друзья, показали вам обзорчик столика. Обязательно потом будем спрашивать у дочери, как он служит, и вам тоже говорить. В гостях у Арсения буду, и будем с ним делать обзор его комнаты. Все. На этом мы с вами попрощаемся. Пожелаем вам всех благ, мира, радости, любви, счастья, добра. Выбирайте только качественную мебель для своих деток, да? Это очень важно. Поэтому мы сразу свое мнение вам сказали, что стол идеален со всех сторон. Да, Тём? Да. И упаковка хорошая, и внутри сложено очень хорошо, и продумано. Продумано. И сам столик хороший. Да. Ни одной из изъяны. Да, ни вообще. Сколов, ничего. Да, нету. Супер. Все хорошо, да. Все вообще хорошо, гладенько. Даже. И благодаря упаковке. Да, да, упаковка это очень важно. Вообще упаковка идеальная. Как какой-то такой конвертик, вот смотрите, раз и все. И также мы сейчас сложим его, аккуратно упакуем и отправим Арсению. Все. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале в гостях у Елены, и мы едем в деревню. Спрашивали, какой дорогой мы едем, часто спрашивают к себе в деревню. Мы по Новой Риге. Редкий случай через Звенигород, да, путями какими-то такими мы едем. Так что снега много очень навалило. Выбрал Артем сегодня день, не поехал на работу. И мы едем чистить снег с крыши. Потому что вот сейчас только слушали погоду, выпадет мокрый снег еще и будет налипать на провода, на столбы. И боимся за крышу, будем чистить крышу. Ну и не только крышу, дорожки будем чистить. Уже вроде 0, будет плюс 2 даже, вот
в воскресенье, по-моему, так. Но мы едем, сейчас 11 часов, ну, уже, наверное, больше мы выехали, девочек накормили, горшки поменяли, вот. Они остались дома, потому что мы едем на один день, ну, вот так, если считать. Сейчас, пока мы доедем, мы сначала в Леруа закупаться буду земелькой, туда-сюда, ну, может быть, часам двум к трем приедем. Будем начинать чистить снег. И завтра, в воскресенье, в обед будем выезжать. То есть только для того, чтобы поработать, почистить снег. Завести все для рассады купить, да, для посевов. Я заказала на Wildberries опять горшки и так далее. Обязательно сделаю обзор. Не переживайте. Вот наша новая Рига. Ой, новая Лига. Рублевка, Барвиха. Так что обязательно все покажу, обзор, стеллажи занесем, лампы с подвала вытащим, все приготовим к тому, чтобы начался сезон. Бентли вернулись. Он Артему говорит, Бентли вернулись. Да, потихонечку все вернутся. По России же хорошо. Как же? Конечно, вернутся. Куда им деваться? Здесь очень хорошо в России. Никто их не трогает, и все им хорошо. И зарабатывает, и все хорошо. Так, ну что, дорогие друзья, мы приехали. Вон сколько у нас снега, горы снега. Мама нам сюрприз сделала. Сказала, я думаю, сейчас вам покажу, какой. Вот она нам здесь всегда чистит снег. Видите, какие у нас тут горы. Вот она нам снег чистила. Вот, чтобы мы могли пройти. Вот такие горы снега у нас. Все растения у нас, все укрыты. Какая красота. Дом наш, милый дом. Что ты показываешь? Ну, это кокон. Кокон, да. Сейчас сумки принесем. Уху, дует. Это я. Это я. Рукой хотела помахать вам. Это я. Ну, открывай. Открывай, хозяйку-то пускай. Ты чего про хозяйку-то забыл? Ой. Ох, дом наш, милый дом. Как все оставили, так и есть. Так, это я заносила семена. Присматривала, какие есть тут, чтобы потом купить. Так, посмотрела, так вот их и оставила. Вот он цветочек, красавчик. Ой, прелесть. Вот, прекрасно себя чувствует, растет. И этот прекрасно себя чувствует. Вот какая у нас тут погода в деревне. Снег, 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 снег. С крыши вон сколько. Все растения закрыты. Зимой не мучили их, не накидывали снега. Вот, сейчас уже приеду в конце февраля. Ну, это получается уже там, уже март, весна. Вот. И дорожки будем прочищать. Вот наши теплицы, видите? Вот на них, наверху, они, снег не спадал. То есть мы будем просто бока сбоку счищать и вход. Ну, как обычно я вам показывала. Тём, ты включил там эту водичку? Так, где наша? Да, села батарейка. Села батарейка? А я хотела показать температуру, а батарейка 8 села. 8 градусов. Ну, мы так и оставляем 8 градусов, я же показывала в прошлый раз. В прошлый раз показывала. Так что вот, теперь какой вид будет у меня. Раньше были дрова, а теперь такой. Плюс еще потом там будет гортензия черешковая. Вица. Вот. Так что так. Мама она звонит. Ну как? Говорит. Да, спасибо, мама, спасибо. Так, классненько нам все почистила. Ну, здесь как было, так и есть. Как оставляли, так и есть. Так, ну что, дорогие друзья, это воскресенье уже. Утро. Я пришла, занимаюсь цветами. Обрезаю отцветшие, да, у декабристов. И смотрите, они зацветают заново. Но кусочки, которые уже отцвели, и такие вот
небольшие моменты. Вот видите, в сегментах у меня есть. Это не болезнь, это просто подсыхание небольшое от батареи. И что придумано для этого? Вот такие коробки, вот так закрывать буду батареи, потому что мама включает отопление посильнее, и от этого сохнет. Но размораживать дом, комнату, вернее, из-за этого не стоит. Посмотрите, какие красавчики! Но я подключилась еще показать, что на улице делается. Сейчас еще покажу вам на улице. Смотрите, цветами все в порядке. Я тут обихаживаю их. Все нормально, все. Смотрите, какие они красавные. Это маточники мои. Вот они будут цвести. Вот видите, все в бутонах. Вот, бутонов сколько набивает. Это вот этот вообще самый старый у меня. Буду обновлять. Старый, это можно заметить, вот такая сеточка появляется вот на этой плодоножке. Затем идет вот этот. Вот видите? Плодоножки, говорю, стебли. Вот этот новенький. Молоденький. Эти все уже, видите, какой большой. Это уже, наверное, не наверное, а трехлетний у меня, по-моему. Да, это третий год будет. Самую большую часть все уже распродала. Вот только чуть осталось, и все, больше нету. Так, здесь все нормально с цветком, все. Пыль протерла. Проливаю, все пропитываю. Значит, колеусы пошли хорошо расти. Здорово. Да, они здесь сохранялись у меня. И я, вот смотрите, сколько нарезала уже. Поставлю водичку для укоренения. Так, вот, буду укоренять. Вот это наросло уже там, и я срезала и поставлю для укоренения. Можно поставить в красивую вазу, и они в воде очень долго будут вас радовать красотою. То есть не обязательно посадить землю, я в прошлом году показывала. И сейчас уже начнется, особенно хочу сказать, это в апреле, в начале апреля, да и сейчас в марте тоже они будут красиво набирать свой цвет, и у вас будет букет цветов. И корни будут хорошие. Единственное, что нужно будет добавлять, немного питания, то есть удобрения. И они будут питаться за счет удобрения, не за счет земли. И только лишь потом, как в прошлом году я показывала, потом, гораздо позже, я их все рассадила. Такими большими кустами у меня сразу были. Вот, не сразу по одному горшочек. Видите, как хорошо. Просто как букет будет у вас стоять, места мало занимать, и очень много черенков будут. Побольше вазу, еще лучше вазу взять, просто прекрасно будет. Вот, я уже вам про это рассказывала в прошлом году. Вот, посмотрите, какая погода. Вот, видите, крышу нашу вчера была вообще. Вот, о, даже видно, как Артем кидает. Вчера чистка была конкретная с крыши. Вот, вот такие дела у нас на участке. На теплицах нормально, там маленький слой, она спадает. Но вот видите, сейчас, видите, и еще метель. Смотрите, сколько у мамы на участке снега. И сколько у нас. Но снег это неплохо, дорогие друзья. Это влага, это для растений хорошо. Нам, конечно, людям сложно и трудно, но для природы это замечательно. Вот соседский дом тоже. Такой маленький, небольшой. Живут и радуются. Да, такой хиленький, он они постоянно что-то подделывают, что-то ломается, но это просто давно уже этот дом, много-много лет ему, я не помню, сколько говорили, но стараются, живут, хочется жить за городом, у кого какие есть возможности, нет возможностей, значит, подделывают то, что есть. Смотрите, какая метель, вот, на теплице прямо. Так что вот такие дела, наши дорогие друзья, показываем вам. Вот, а я пришла заниматься цветами. Там помощь Артему не нужна. И он в этом году вообще запрещает чистить мне. Я принялась вон к теплице. Он сказал, нет, ни в коем случае. Это будет в следующий раз. Приедем, будем чистить. Потому что наметает, ветер сумасшедший. А потом уже будет, мы приедем еще через неделю. Как раз будет уже другая погода.
Так, ну что, дорогие друзья, я разобралась своими цветочками, добавила им грунта. Вот, лантана какая красавица, уже пошла. Она зимой убирается, если вы знаете, да. Листья у нее высыхают и все, но ее можно как бы и выращивать и зимой, но там свои правила. В общем, я показываю свою лантану, такую-то, такая она большая. Вот этот побег у меня нечаянно был сломан, он тоже был такой хороший. Вот, и я ее обрезаю. Хочу сделать кустом. Вот, не знаю, посмотрим, как пойдет вот здесь. Хочу вот так вот обрезать, чтобы уже, ну, так вот кустик развивался красивым. Так, значит, традисканцию обрезала черенки. Черенки у меня в водичке, все как положено. Эти у меня красавчики здесь. Вот. Все, всех подкормила, всем хорошо, все набирают бутоны, наращивают, и кто цветы, кто побеги, кто вегетативную массу. Вот, листочки. Хвоя, смотрите, какая красавица у меня. Вообще красотка. Это хвоя керри у меня. Хвоя керри. Шикарная вообще, очень люблю ее. Она наросла такое огромное букетище. И вот выпускает, уже начала, уже растения растут. Смотрите, какой хороший побег пустила. Я ее вот сюда вот так вот заплетаю и пускаю по кругу. Очень красиво, в хороших горшках. Мне нравятся эти горшки, красивые. И лантаночка тоже моя красотка. В общем, потихонечку все идет, все растет. Вот, никаких жалюзей я им здесь накрывать не буду, они вот так вот у меня здесь будут. Единственное, что вот у меня здесь сзади, ну, в общем, сейчас покажу вам. Этого красотуна я хочу вот здесь поставить. Вот, пусть он, там вот, Арсеничка, вот красавчик бабин. Вот здесь хочу, пусть он здесь будет, ему даже вот здесь, ему очень хорошо будет свет с окна падать. Он не любит такой сильно яркий свет, поэтому пусть он здесь будет у меня. И будет все прекрасно. Вот хочу показать вам юбку, которую я Танюшке своей сшила. Вот она в первый класс пошла вот с такой вот юбочкой. Ой, ну вот видите, как никак у меня не желает. Ой. Ну, в общем, в горох велюровая юбочка. Вот. Просто красотка вообще была в этой юбочке. Я ее сшила руками, дорогие друзья, а не на машинке. Я думаю, вы видели, я вам уже показывала. Так, сейчас. Вот, видите? Вот. Так что, это Масянечка маленький мой. Красавчик. Ему здесь месяцев, наверное, 8. Такой хороший мой мальчик. Это дочечка Виктория с Кириллом. Свадьба. Так что... Пусть ему будет в Суздале, это у них была свадьба в таком вот стиле деревенском. Вот здесь будет, никуда не переставлю. Все нормально, все ухожены, всем все хорошо, земельки всем добавила, всех подкормила. Так, дорогие друзья, мы уезжаем домой. Вот столько снега намело. Мне кажется, сейчас у всех так много снега. Всем намело так много, мы уже уезжаем. Счистили с крыши, и вот уже снова налетела, я вам показывала, говорила, что снег еще пойдет. Сейчас вот тишина такая, тепло, плюс 2 градуса, даже прям запахло весной, весна-весна. Вот смотрите, под низом лед, а тут снег. А вчера в комментарии Артем прочитал о видео, где колеса, он говорил. Девочки мои дорогие, я хочу ответить тому, кто просто пытается все, значит, контролировать, все вычитывать, высматривать и воспринимать неправильно рассказанное. Был такой, что Артем с ума сошел, на летних колесах, что ли, ездил. Девочки мои дорогие, ладно бы это были мальчики, но мальчики никогда в жизни такое не напишут. Если вы в этом не понимаете, не говорите ничего. Колеса у Артема все сезонные. Он просто поменял на новые, потому что те стерлись. Тём, я отвечаю на этот вопрос. Глупенькие девочки, вот извините, что так назвала. Вот та, которая написала, очень агрессивно. А не мой муж глупый. Так что
Все у него нормально, просто стесались. Вот и все, и поменял на новый. Вместо того, чтобы радоваться за нас, вы всякую гадость пишете. Или вы на газели ездите и знаете, тогда вы плохо знаете колеса. Я вот лично не разбираюсь, никогда и не говорю. Но просто, как бы, понимаете, Артем прочитал и говорит, это что такое? Это что за глупость? Так что мы садимся и уезжаем.